Всем доброе утро. Собираюсь в Валберес. Время 9 часов. Сейчас пойду схожу. Нужно сдать вот эти вот шорты. Вот я внуку говорила, брала на выпускной, но они были узкие. Оказались, вернее, ему узкие. Что удивительно. Вроде бы такие и не маленькие. Так вот, ну, 6-7 лет, но у нас не такой уж крупный ребенок. Но оказались они ему узкие. Вот это вот Катун, турецкая марка, и вот, а пакет даже не знаю какой от нее, от этих шорт неизвестно, может быть даже пакеты выбросили, но я не знаю, должны же взять без пакета. Бирки все на месте, все хорошо. Ладно, пойду попробую сдать эти шорты. Так, девочки, пришла я из Валберес. Ну, как же, я шорты отдала. В общем, еле-еле меня приняли без пакета. Как по закону подлости, именно этот пакет мы и выбросили. Ну, хорошо, он нашел, там по номеру взял. Ну, говорит, еще больше не буду так принимать у вас. Говорю, ладно, спасибо, хоть взяли. То все-таки шорты такие не совсем дешевые, они турецкие. А вот, около 800 рублей они стоят. Ну, в общем, взяли. То куда ж мне их надо? Куда ж мне их? Кому ж мне их продать? Ну, и вот такую вот я заказывала блузочку, футболочку, кофточку. Не знаю, как ее и назвать. Цвет такой под джинсу. Но впереди здесь лен. И вот такая вот здесь как набивка, я не знаю, что это такое. Ну, вроде бы немножко как прорезиненная. Ну, нет, можно сказать, вообще не чувствуется. Вообще такой нанесен рисунок. Хотя производство, по-моему, Китай. Вот здесь 45, ой, вернее, 55 льна и 45 катун, хлопок, то есть. Вот, и взяла я 54 размер. Ну, по отзывам, да, она написана, что маломерка. И я все сомневалась. Ну, думаю, здесь вот так вот можно чуть-чуть и так застрочить немножко. Вот. А с другой стороны, хорошо, она вот так вот болтается. Она такая легкая-легкая. На лето, в общем, классно. И думаю, вдруг не будет. А мне она прям в душу запала. Ну, не могу, хочу я эту кофту. И там еще были белые, но их тоже в наличии нет. Будут они, не будут. Но если будут, даже можно еще и белую заказать такую, но на размер поменьше. Цена у нее, можно сказать, смешная для такой блузочки. 800 рублей. Ну, это классно. Просто простая футболка стоит. Так, этот сзади, вот эта часть задняя, она хлопок. Такой трикотаж, довольно-таки плотненький, так не жиденький, не сорочечный такой. Ну, хорошего качества, я бы сказала. Вот. Ну, как-то цвет чуть-чуть оттеночек, можно сказать, почти не отличается. И здесь вот тоже вот такие, по-моему, ну, вроде бы как. Но они не колючие, ничего, как веревочные такие. Кружавчики, как их, вот так вот. И здесь горловина, она не подогнута, а вот так вот немного закручивается. Низ подогнут, рукава также сделаны, как горловина, но она прям вот легкая-прелегкая. Но впереди лен, и он такой не жесткий. Он так вот вроде бы и жесткий, но в то же время очень тонкий. Тоненький-тоненький. Вот, и цвет мне этот понравился, но если бы еще была беленькая, я бы еще одну такую взяла на лето, вообще классно. Как носиться будет, как будет, да какая разница, в общем, за такую цену, очень даже приличная, приятная блузочка, на сезон хватит и хорошо. Ну и почему бы и не на сезон, ее и на дольше хватит. Нет, качество нормальное, хорошее качество. Вот. Классная прям. Я как ее увидела, мне вот она в душу запала, эта блузка. И все.
А там она была в остатках, пока я заказывала. Там уже вот и 54-го размера, смотрю. Было 3, я уже зашла, там уже 2. Надо срочно заказывать. Ну, не белую, так вот такую. И здесь вот же легко, если что, застрочить, но я не буду. Она вот так как-то сделана. Вот. Ну, видите, не видно, что она на мне мешком. Она такая, ну, свободного покроя. Вот, классный цвет такой, мне нравится. И тоненькая, и притоненькая. Ой, вот так вот. Любим мы тряпочки.